Привет! Что он хочет от тебя? Что хочет? Страховку. Нафига? Ты что-то нарушил? Нет. Ты какую страховку? У меня растаможня, я с таможней еду. Инспектор? Сейчас, подожди, я выйду. За что остановил? Сказал, что у тебя 10-е, согласно, не растаможенной машине. Инспектор, ничего не перепутали? У меня вот это. Нет? Ну, я вижу, ты растаможен. Да. Не, вы объясните, зачем человека остановили и просите страховку, если он ничего не нарушил? В смысле? В прямом смысле? Он даже что-то нарушил? Я на камеру не хочу разобрать. Хотите вы или не хотите? Вы сотрудник полиции. Да. От вашего желания тут ничего не зависит. А я не хочу, чтобы вы просто так останавливали людей, и хочу, чтобы вот этот участок дороги наконец-то починили. И обеспечили безопасность дорожного движения.